Благотворительная акция в поддержку бойцов спецоперации прошла 17 июня в центре станицы Северской. Организаторами выступили участники волонтерской группы «Я доброволец», а развлекал гостей ярмарки муниципальный ансамбль «Песни и танца весна». На мероприятие люди приходили с семьями. Найти себе занятия смогли как взрослые, так и дети. Для ребят был выделен уголок, в котором можно было порисовать, а взрослые плели в это время маскировочные сети. Угощали гостей обедами, которые волонтеры передают в зону спецоперации. Здесь же участники акции принимали гуманитарную и денежную помощь для наших солдат.